Привет, друзья! Я возвращаюсь к вам с новым захватывающим видео, в котором будем обсуждать самые необычные и захватывающие научно-фантастические RPG-игры. Если вы, как и я, увлекаетесь футуристическими мирами, интересными сюжетами и возможностью выбора своего пути, то этот топ будет идеальным для вас. Готовы окунуться в безграничные просторы научной фантастики? Тогда давайте начнем. И если что, ссылки под видео. Remnant from the Ashes – игровой проект, разработанный на постапокалиптическую тему, в котором тебе предстоит стать частью загадочного мира. До недавнего времени твой мир процветал, и казалось, ничто не предвещает беды. Но в один момент все перевернулось с ног на голову. И всему виной жуткий вирус, который стал распространяться с огромной скоростью. Это повлекло за собой жуткие последствия, а планета превратилась в настоящую пустошь. Более того, основными жителями мира отныне стали жуткие монстры, которые готовы на все, чтобы пополнить свои ряды новыми зараженными. Справиться с такой армией очень непросто, необходимо собрать богатый оружейный арсенал, а также обзавестись мощной защитой. Ты будешь бороться за свою жизнь, далеко не в одиночку, ведь игра позволит тебе позвать на помощь своих верных друзей, чтобы создать мощную команду и стать настоящей боевой армией. Изучи мир вокруг себя, собери полезные предметы, а затем займись крафтом необходимых предметов. Не обойдется и без строительства, где ты должен обеспечить себя и свою команду мощным укрытием. The Technomaster – продолжение популярной игры, которая расскажет тебе невероятную историю и раскроет массу покрытых мраком тайн. Ты отправляешься на планету под названием Марс, где и начнется твое приключение. Отправляйся в будущее, где у человечества получилось полностью колонизировать Красную планету и успешно проживать там долгие годы. Но однажды случилось неожиданное и очень жуткое, ведь связь с Землей потерялась при неопределенных обстоятельствах. Отныне самые могущественные корпорации разделились в отдельные государства, вследствие чего разгорелась нешуточная и ожесточенная война за господство. Самый ценный ресурс на планете – вода, и поэтому каждая страна старается добыть ее как можно больше, при этом уничтожая вражеских сторонников. Тебе необходимо взяться за управление одной из подобных фракций, а затем сделать все, чтобы одержать победу. Ты сыграешь роль местного джедая, который является неким иным как техномантом в образе человека. У тебя будет особый дар управления электричеством с помощью силы мысли. Также у тебя будет возможность выбора между сразу четырьмя возможными ветвями развития, по одной из которых ты и пройдешься, что позволяет проходить игру несколько раз и каждый раз очень даже увлекательно. The Surge 2 – приключенческая игра в стиле экшена с фэнтезийным миром, действие в котором будет происходить с видом от третьего лица. Тебе потребуется взяться за исполнение роли отважного воина и встать на путь отмщения, пройти массу испытаний и сразиться с колоссальным количеством врагов. Мир вокруг тебя уже давно страдает от последствий апокалипсиса, поэтому тебе предстоит отдать все силы на борьбу за жизнь. Отправляйся на исследование окружающей территории, дабы раздобыть полезные предметы и ценные ресурсы. Это поможет тебе увеличить шансы на выживание, а также всесторонне прокачать главного героя. Особенностей и нововведений стоит отметить, что в данной части ты сможешь самостоятельно создавать своего персонажа, наделяя его особенными внешними данными и внутренними характеристиками. Более того, вторая часть серии приобрела массу возможностей для пользователей, поэтому ограничений в действиях у тебя точно не будет. Ты можешь выбрать один из многих способов уничтожения противников, а также постараешься сделать все возможное, дабы спасти этот мир от уничтожения. Киберпанк 2077 – это уникальная онлайн-игра, полная сюрпризов. Сюжет меняется в зависимости от ваших действий, поэтому будьте внимательными и тщательно обдумывайте каждый шаг, но не медлите, иначе вы будете уничтожены. Все события происходят в мрачном городе, где общество начало вырождаться. Какова бы ни была причина, жители стали совершенно другими – злыми, агрессивными, а некоторые и вовсе пассивными. Главный герой – Киберпанк. Он отправляется на свое первое задание, работая в Найт-Сити, которое считается самым опасным мегаполисом в Америке. Вас ждут различные испытания и трудности, но вы должны пройти их с достоинством. Для этого используйте все необходимые инструменты, углубляйте свои знания и обращайтесь за помощью к технологиям. Принимайте взвешенные решения, потому что от них будет зависеть ход событий. Вы будете путешествовать по огромному городу, погруженному во тьму. Вы можете войти в любое здание, делать все, что захотите, и использовать свое время с максимальной пользой. Помимо вас, в игре появляются и другие персонажи. Вы можете сотрудничать с ними, или убивать, или грабить. В симуляторе есть комнаты с заданиями, требующими сообразительности, ума и смекалки. Если у вас есть эти качества, вы легко справитесь с заданиями и выйдете из заточения живым и невредимым. The Quarter Worlds – ролевая игра в жанре экшена, где все действия происходят с видом от третьего лица, а тебе в свою очередь предстоит отправиться в необычный фантастический мир. Главное,
что необходимо отметить, это твои действия и принятые решения, которые будут оказывать большое влияние на развитие событий и даже на судьбу всего человечества. Ты станешь частью всевозможных интриг, узнаешь о загадочном и даже страшном заговоре, а также отправишься в увлекательное приключение по миру, которое подготовило для тебя немало испытаний. Вселенная, в которую ты отправишься, полностью открыта для исследования, что станет основной частью игрового процесса. Прежде чем приступать к действию, тебе необходимо создать своего персонажа, который может быть совершенно уникальным как в плане внешности, так и в плане характеристик. Разработчики создали довольно обширный арсенал по созданию главных героев, поэтому у тебя будет масса возможностей создать ни на кого не похожего персонажа. Графика в игре довольно на высоком уровне, ведь она не менее оригинальна и готова с головой погрузить тебя в фантастику и мрачные миры. Terminator Resistors – игровой проект, исполненный в жанре шутера, где все действия происходят с видом от первого лица. Ты станешь частью динамичных и опасных событий, связанных с знаменитым одноименным фильмом. Ты сможешь вновь познакомиться как уже с знакомыми персонажами, так и с новыми, пройти многочисленные испытания и сразиться с огромным количеством оппонентов. Отправляйся в будущее, а именно в 2028 год, когда прошло много лет после событий судного дня. Человечество в опасности, и на тебя возлагается огромная ответственность за его спасение. Что касается игрового процесса, он полностью соответствует всем стандартам жанра. Здесь и большой мир, и безумные сражения с оппонентами, испытания, сложные миссии и интересные события. Враги не дремлют и готовы в любой момент тебя уничтожить, чего ты не должен в принципе допустить. Графика здесь исполнена на отлично, а за счет вида от первого лица ты сможешь в полной мере почувствовать себя героем этого невероятного приключения. Мир игры открыт для исследования, используй это в свою пользу. Warhammer 40,000 Inquisitor Martin. Приключенческая инди-игра в жанре экшена. Здесь тебе предстоит отправиться в феерические приключения, где ты будешь очищать окружающий мир от жутких созданий и опасных существ. В своих руках будет могучая сила, которая поможет сразить на повал даже самого непобедимого врага. Пощады здесь нет и быть не может, ты должен действовать решительно, чтобы не попасть в лапы соперника. На своем пути ты встретишь различного рода квесты, той или иной степени сложности, которые помогут тебе развить навыки и увеличить силовые характеристики. Ты будешь посещать самые темные уголки вселенной, на каждом из которых будешь сражаться с врагами и устранять все зло, которое принесло в мир сокрушение и разруху. Мир, в который ты попадаешь, имеет собственную атмосферу, которая подарит тебе массу эмоций и ощущений от прохождения. Отдельно стоит отметить звуковое сопровождение и визуализацию. Оба этих фактора достаточно хорошо проработаны и позволят игроку окунуться в реалистичную атмосферу. Отправляйся навстречу приключениям, сражайся с соперниками, улучшай свои боевые способности и добейся поставленной цели любыми способами. Outriders – игровой проект, разработанный в жанре экшена, где нам предстоит с головой окунуться в научно-фантастический мир и постараться успешно завершить сложную миссию. Исполни роль колониста, который вместе со своей командой отправляется покорять новую планету с целью дальнейшего обустройства нового дома для человечества. Сюжетная линия отправляет нас в далекое будущее, когда наша планета была подвержена тотальному уничтожению в ходе нескончаемых катаклизмов. Человечество оказалось на грани вымирания, а тем, кому все же удалось выжить, теперь необходимо в срочном порядке отыскивать новое планету. Правительство создало все условия для строительства космического корабля, на котором наша отважная команда и отправится в заданное место назначения. К сожалению, миссия была провалена, так как планету уже успели захватить сторонники вражеской силы, а местные условия существования не привели бы ни к чему хорошему. Теперь колонистам предстоит выживать в жестких условиях окружения, добывать ценные ресурсы для жизни, сражаться с инопланетными созданиями и проходить довольно сложные испытания. Sword Art Online Fatal Bullet – увлекательный и один из самых ожидаемых игровых проектов, относящихся к жанру RPG, по совместительству с фантастическим экшеном. Здесь тебе предстоит отправиться в огромный трехмерный мир, который был основан в стиле аниме. Отличительной особенностью данной игры является именно ее история с неожиданными поворотами событий и различными интересными ответвлениями в линии сюжета. Ты попадаешь в невероятное приключение вместе с группой игроков, о личностях которых узнаешь по ходу действия. Все дело в том, что наши главные герои все свободное время проводят в виртуальной игре, которая очень похожа на реальную жизнь. На протяжении долгого периода времени наши игроки добивались невероятных достижений и успехов в игре, и теперь вновь решают окунуться в эту потрясающую атмосферу, но не зная, что подготовила на этот раз для них виртуальная реальность. Каждый персонаж, которого тебе доведется встретить, обладает уникальными чертами характера и харизматичностью. Кроме того, у тебя появляется возможность вступить в сопротивление с игроками по всему миру, либо завязать с ними дружеские отношения.
Horizon Zero Dawn – это захватывающий экшен о противостоянии между людьми и их роботизированными коллегами. Они вынуждены бороться за возможность свободно выжить на перенаселенной планете. В игре представлена храбрая молодая девушка по имени Элла. Она обладает уникальными знаниями и способна использовать древние технологии для защиты своего народа. Элла обнаружила необычный артефакт, который позволяет ей управлять различными механизмами. Благодаря этому камню ваша героиня может трансформировать свое механическое оружие, чтобы бросить вызов всем роботам и бороться за благополучие своего племени. Вам придется вести тотальную войну против неодушевленных существ, которые обрели сознание. Их искусственный интеллект достиг такого уровня развития, что превращает эти механизмы в опасные машины для убийства. Только Элла с ее выдающимися способностями и умениями обращаться с луком способна защитить себя от целой армии машин. Исследуйте окрестности вместе со своей героиней, уничтожайте роботов и собирайте информацию о далеком прошлом. А здесь спрятаны подсказки о том, как разрушить систему и дать человечеству шанс выжить в этой суровой реальности. Набирайтесь опыта и совершенствуйте свои навыки, чтобы сражаться с самыми сложными противниками. Открывайте новые места, исследуйте окружающее пространство и разгадывайте тайны, которые лежат на вашем пути. Вы должны быть бдительны, поскольку механические существа не подвержены человеческим слабостям и могут патрулировать территорию круглосуточно. У роботов, которые противостоят вам, есть слабые места. Изучите их слабые стороны, чтобы использовать их, когда вам нужно будет победить. Собирайте оружие и артефакты, торгуйте с местными жителями и приобретайте необходимое снаряжение. Улучшайте свою броню и оружие, чтобы продолжать сражаться с врагами и пробиваться через незнакомые территории. Вас ждут увлекательные приключения в незнакомом мире со своим красочным ландшафтом. Станьте настоящим мародером, уничтожьте всех врагов на своем пути, найдите источник зла и освободите человечество от вечного гнета. Это была моя подборка топ-10 научно-фантастических RPG. Конечно, список может быть далеко не полным, и каждый из вас может иметь свои личные предпочтения. Но я надеюсь, что данное видео вам понравилось, и вы нашли для себя что-то новое и интересное. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и обсуждения. Спасибо, что все это время были со мной. До новых встреч и всего хорошего.